Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции урока следующая. Активизируем бок, правый и левый бок. Частенько люди приходят и говорят, вот, частенько нас беспокоит боль в правом боку, либо в левом боку. Сразу с полной уверенностью можно сказать, в каком состоянии меридиан желчного пузыря. Если он слабый, вялый, то через данную точку ВБ-43 сельцы мы можем активизировать данный меридиан, поддать ему энергии, вследствие чего он начнет выполнять свои функции. Может, этой энергии не хватает именно, чтобы проконтролировать, что внутренний канал меридиана желчного пузыря, который контролирует и правый бок, и левый бок. Тем самым вы что? Активизируете данный меридиан, вследствие чего болезни либо боли правого бока, либо левого бока уйдут. Но помните, для того, чтобы помочь, допустим, при болях в печени и желчного пузыря, кто-то скажет, они же тоже в боку находятся. Да, можно использовать данный меридиан? Да, можно. Можно, но здесь нужна диагностика 12 меридианов и не только. Почему? Потому что нужно видеть, в каком состоянии общий энергетический баланс, и что вызвало боль. Может, неправильное питание. Может, извините меня, камни в желчном пузыре в такой степени большие, что активизировать данный меридиан не стоит, потому что если камни пойдут, то это, возможно, чревато закончится операцией, либо хирургическим вмешательством, не дай бог. Поэтому прежде всего нужна диагностика 12 меридианов и, конечно же, рацион питания. Вот потому, почему? Потому что желчный пузырь чистит весь наш организм. Вот почему он грязный частенько. И люди, многие не понимают, что хламя себя, вы хламите не себя, не только ЖКТ, но и хламите свой желчный пузырь, который чистит вас. И все ваши внутренние органы, всю грязь выводят через каловые массы наружу. Они скапливаются у нас. Потому на первом этапе необходимо знать, в каком состоянии ваш желчный пузырь орган. На втором этапе знать, в каком состоянии меридиан. Тут, как ни странно звучит, мы первое место дали физике, второе место дали энергетике. Потому здесь одно другому не мешает. Но на первом этапе помочь при всеразличных расстройствах правого бока, левобоковых расстройств, пожалуйста, точка ВБ-43 ЗСИ вам в помощь. Сетцы, я извиняюсь. Данную точку нужно тонизировать, активизировать. Спасибо за внимание.